Иди сюда. Смотри. Чего? Детеныш. Это тут улитка? Да. Давай его возьмем. Давай. Сейчас у меня ключик есть. Жалко, у тебя еще гривночки не было. Ну ладно. Мне еще потом нашу церковь надо, и там 6 гривен мне нужно. Ты знаешь мне потом дать? Да. Я всегда 9 гривен тратила. Хорошо. Я новый образок и новый крестик купила. Ничего страшного. Нет, нормально. Надо Пантелеймона еще купить.